Всем добрый день. Я сейчас покажу, как снимала свою радость находки портулака. Я знаю, что это сорняк. Не нужно мне об этом напоминать и рассказывать. Кому не интересно мое видео, ну, выход там, где вход. Извините за такую, может быть, резкую грубость. Но я люблю эту травку употреблять в салат. Сегодня я рукколы насобирала, меня угостили помидорами, кабачками, и я нарвала портулак. Сейчас я буду делать свой любимый салат, приглашаю сделать его вместе со мной. Наконец-то я в Донецке увидела портулак, глистерию. О, сейчас нарву себе на салат. И знаю я, что его считают сорняком, так, но я выбираю, которые такие молочные веточки, и не нужно мне писать гадости по поводу его. Вы можете изводить его, не любите, смеяться сколько угодно, кому не нравится. Но я вам хочу сказать, он очень полезный, даже очень прикольный в салате. Я туда потру сырок, я туда порежу яичко, так, это твердый будет, да, это твердый. И майонезика домашнего положу. Да, или просто с маслом, и со всякой творовой. Сейчас еще рукколы и салата нарву. Вот так. Рукколка переросла. Ну ничего, я ее все равно сейчас выберу листики и нарву себе. Укропчик мой любимый тоже перерос. Петрушечка слабая. Так что я сегодня... Я всегда эти цветы думала, что это сорняки. Оказывается, это руккола. Теперь я добавляю семя льна, там даже чайную ложку, в общем, где-то, и чайную ложку кунжута, смесь кунжута, разный. Затем я делаю смесь из масел, которые у меня находятся, добавляю базарное масло растительное, подсолнечниковое. И добавляю бальзамик, рисовый уксус и соевый соус. Все это в одинаковых частях. И солю. Потом все это сколачиваю. И заправляю. Когда вы всколачиваете, взбиваете сильно эту смесь, масел, простите, дрожит, но мои подписчики помнят, ручки, ножки дрожат по утрам и вечерам. Но когда вы хорошо-хорошо сильно взбиваете, заправка получается такая, достаточно густая. Все это теперь можно... Ага, рассыпала слегонца. Все это теперь можно перемешать, дать постоять минут 10-15, чтобы зернышки немного как бы напитали в себя влагу и масло. И приятного аппетита мне, если кто захочет повторить за мной мой рецепт. Приятного аппетита вам!